Здравствуйте, мы продолжаем разбирать грамматику по учебнику Grammar Day 1, книга 1, и у нас третий урок по глаголу to be, быть, являться. В прошлый раз мы разобрали теорию, как образуются краткие ответы. Теперь попробуем сделать упражнение вместе. Первый пример нам дан. Are they singers? Они певицы? Мы видим, что они не певицы, да, что они балерины. Поэтому мы отвечаем нет, они не являются таковыми. Это краткий ответ. Are they singers? No, they aren't. Нет, они не являются. They are dancers. Они танцуют. Они балерины, танцовщицы. Они есть. They are, в данном случае, это краткая форма. Полная форма будет they are, без апострофа, без значка апострофа. Так, здесь a waiter. A waiter, waiter – это официант. И он у нас действительно официант, поэтому вопрос мы зададим так. Он официант? Is he a waiter? Is he a waiter? И ответим, что да. Yes, he is. Краткий ответ. Yes. He is. И полный ответ. He is a waiter. He is a waiter. Следующая картинка. На картинке мы видим помидоры. В вопросе у нас apples, то есть яблоки. И мы спрашиваем, это яблоки? Они являются яблоками? Are they apples? Are they apples? Они не являются, поэтому мы отвечаем no, they aren't. No, they aren't. Они не являются этим. They are tomatoes. Или tomatoes. They are tomatoes. Они помидоры. Bear – это медведь. На картинке у нас птица. A bird. Поэтому вопрос звучит так. Это медведь? Is it a bear? Is it a bear? No, it isn't. No, it isn't. Нет, это этим не является. It is a bird. It is a bird. Это птица. Это есть птица. Следующая картинка. A teacher. A teacher – это учитель. На картинке мы видим фотографа. Photographer. Вопрос звучит. Она учитель? Is she a teacher? Is she a teacher? Ответ. No, she isn't. No, she isn't. Нет, она не является учителем. Она есть фотограф. She is a photographer. She is a photographer. На картинке у нас цветы, flowers, и в вопросе у нас тоже flowers. Мы спрашиваем, они цветы? Are they flowers? Are they flowers? Отвечаем, да, они этим являются. Yes, they are. Yes, they are. They are flowers. Они есть цветы. They are flowers. То есть мы дали полный ответ и краткий ответ. Продолжение в следующих видео. Оставайтесь с нами. Успехов в изучении английского!